Ехал такой, куролесил, думал, с минуты на минуту начну погони от игроков проводить. И тут встретил одно забавное объявление. Нужно найти человека на карте и забраться к нему. Ладненько, давайте искать. Сейчас мы обнаружили, где этот человек находится, и попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Но надо доехать быстренько до СФ. Здорово, здорово, дорогие друзья, всем веселого настроения, с вами Олежа Веселов, и поехали к Сонику. Так, а мы, в принципе, забрались к Сонику, и я уже понимаю, как сюда забраться. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Так, только ну разобьем, чтобы это легче, естественно, было. Хотя я не знаю, стоит ли вообще к нему забираться, раз уж там так легко. Да, и куда у меня свернулось? Куда только свернулось. Что ж, не с первой, конечно, попыточки, но на всякий случай, если что, нам придется убирать машину. Так, ну что, будем пробовать, наверное, я не знаю. Ну, в принципе, это несложно. Со второй попыточки удалось. Я не знаю, первый я не первый. Но, да ладно. А, даже третий. Ну что, собственно говоря, пора начинать и наш интерактивчик. Создаем такую запись, то есть чувак какой-то может выиграть тачку. Я буду находиться где-то по всей карте, ездить там, ну, везде, где угодно, на льду могу, хоть не на льду, хоть на крышах, хоть где. Я буду удирать от кого-нибудь. Да, это будут погони, только не от ПДшников, как некоторые любят, но это будет просто погоня от игроков. И чем это лучше? А тем то, что народ может собраться и... И тут очень-очень опасно тем, то что нужно совершить всего лишь один удар, не просто чтобы машина загорелась, еще что-то. Нужно лишь один сильный хороший удар в меня, чтобы выиграть тачку. И да, на кону стоит тачка, почему бы и нет? Опа. Опа, 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 чуть не пропустил момент. Офигеть, чувак на самолете, красавчик. Вот я как раз недавно говорил, что можно на меня как бы и на самолете прилететь, и как бы и хоть как врезаться. Тут как бы без разницы на самом деле. А вот чувак вообще со смекалкой. Вот только я про это проговорил, и тут же кто-то решил за мной вот так проехать. Так, это мистер Повер. Поехали, и так, вот, все, можно по сути угонять. Хотелось бы посмотреть, но не хотелось бы отвлекаться от дороги, потому что я знаю, чем это все может закончиться. Как в прошлый раз я отвлекся, и все. Меня, так сказать, поймали. Ну, как сказать, поймали? Может быть, и не совсем поймали. Хотя, с другой стороны, можно сказать, и поймали. Так, это, по-моему, за мной, да? Это, возможно, за мной. Так, ну ладно, придется уже использовать чип, потому что выхода нет. Так, мы едем сюда, вот так едем, перепрыгиваем вот эту. Ай-яй-яй, аккуратненько, аккуратненько, в горы, просто в горы, нам нужно куда-нибудь... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, кажется, это опасно, потому что за нами уже гонятся, за нами по-любому гонятся. Так, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, так. Ой, нет, деревья, деревья, это плохо. Так, нормально, нормально, хорошо, так. Уходим, 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 так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, что у нас есть чип. Так, у нас есть такой чип, хороший. Так. А вот это плохо, вот это плохая местность. Так. Плохо. Это плохая местность. Плохая местность, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так. Да. Так, и кто, чё, кто первый тачку-то напишет? Так, ну вообще первый написал колокольчик, отдай тачку. И, кстати, на моей тачке он ездит, который выиграл колокольчик, это в новом году. Так, ну, по-моему, он первый так написал. Или из-за одной неувязочки, потому что один вроде успел написать, другой врезался, и там, короче, неразбериха получилась, и... решили так тут с миром обойтись, что побежим до четырех драконов и посмотрим. Так, а, Виталя, стой, я стою, ты, видимо, со мной поедешь, да? Ну, не, вот молодец еще, Хуга, хитер, может быть, он еще вылезет возле четырех драконов. И типа он первый, как будто, ну, со мной ехал, бежал якобы, но
Хотя нет, с другой стороны, смотрим, колокольчик пока бежит по правую сторону, кофеечек у нас слева, и у нас летов 1К. Как правильно ник почитать? Летвик, наверное, да? А, вот, написал Летвик. Вот, Летвик, хорош, хорош, Летвик, и... Не знаю, что сказать. Ну, в общем, бежим, бежим. Там прям периарит, так перям, перям, периарит, так перям, перям. Так, а мы сделаем немного так. Хопа, хопа. Немного будем мешать ему. Немного помешаем, но в принципе колокольчик у нас уже выиграл по-любому. Ой, колокольчик, говорю, колокольчик проиграл, получается, Левик выиграл. Ну так, какая ситуация? Так, чисто для развлечения, колокольчику приз давать, ну, в принципе, хорошо. Ну что сказать, в принципе, погоня началась. Так, и сейчас мы еще напишем, что мы в ЛВ, и погоня началась. Чувачок, Левчик будет у нас менять настройки иногда, там, на медленную, на быструю, и будет уезжать. Задача всего лишь забрать какую-то вещь, кстати, о которой даже я не знаю, что там за вещь в багажнике лежит у нас в тачке. И пока что у нас трое людей, которые будут за нами гоняться, и еще два пассажира помимо нас, водителя и меня. Так, так, опаньки, опаньки, нас потихоньку начинают зажимать, но, я не знаю, и пинг у всех что-то какой-то... Может, большеватый. Но мы действительно медленно едем, и нас то ли догнать не могут, то ли я не понимаю, что происходит. Ну, нас просто даже не пытаются почему-то сбить, что ли. Не знаю, как-то, ну вот, едут просто так, типа, по лайту за нами. Ну, я не знаю, смысл так ездить, если нас нужно... Улетел. Если нас нужно, по сути, сбить и все, надо зажать нас в угол и забрать из багажника вещь, даже о которой я не знаю. Опа, а тут у нас появился новичок на Audi, новичок, отлично. Только все равно один человечек, получается, появился. Так, ну да, пока за нами четверо гоняются. Так, подождите, X5 появился? А, не видно, ну почему прозрачная машина стала, а? Не видно стало. Ой, я думал, он уже это, хочет куда-то в тупик заехать. Опа, 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 а вот тут тупик, 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 посмотрим, смотрим. А, не повезло, не повезло на Audi. Ну, вот это классно. Вот это уже начинается движ, потому что хотя бы тупик, тупик был. Ну, действительно, чел на банане просто ездит за нами. Он просто за нами тупо ездит. Он не пытается даже забрать приз, ничего. О как, о как. И даже столб мы снесли. Просто заруба идет, непонятно. То ли столбы сбиваем, то ли просто бодаемся, как будто... Непонятно, даже непонятно, с виду вот так не посмотришь, что именно нас пытаются зажать. Хотя вот сейчас моменты уже начинают такие, что нас пытаются зажать. Действительно. Так, вот это красивые кадры, ну просто красивые кадры. Я вам так скажу. Да, конечно, между домами вот некрасиво переключается, но тем не менее это всего лишь камера Сан Андреса. Тут уже как бы сам не поуправляешь, сам ничего не поделаешь. Куда все делись? Все? Уехали на Жиге, оторвались? Смогли? Смогли оторваться на Жиге? О, так, что за тупик? В текстурочку протолкнул. А, такой шанс был. А такой шанс, кстати, я не знал про эту текстурку. Теперь буду знать, возьму на вооружение, возможно. Блин, а? Ну, красавчик черный Чероки, просто толкнул нет, чтобы выйти! И забрать то, что лежит в багажнике. Но нет же, он просто нас протолкнул. Как снова я вижу три, но один там или двое остались, двое тут. Ага, вот двое, так вот, зажимаем в коробочку нас, ребят. Просто зажать в коробочку нас, ну в чем проблема? Ё-моё, мы на Жиге едем, ребят. Вы прикалываетесь, что ли, надо мной или что? Над нами всеми. Чуть-чуть не забрали приз. О, отлично, вот кто-то бежит. А, успел, не успел. Так, опаньки, коробочку нас зажимают, опасные моменты. Так, вон, ну, смотрим, вот уже активно пошло жара.
Мы уже задом едем просто. А чел не успел? Не успел вытащить. Мы просто тупо задом едем. Так, так. Ну, опасненькие моменты, да, получается. Но что-то никто не может забрать. Так, стоп, стоп, стоп. Ой, сейчас заберут, 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 ведь заберут сейчас. Забрал? Забрал, забрал, не забрал. Так. Малой красавчик смог победить. А вон он уже и второй конкурс, мини-конкурс побеждает. Нормально. Человек умеет, могёт, практикует. Тят у нас, значит, малой с вареником. А тут, так, двое приехали. Ага, решили место уступить. Ну, красавчики, наверное. Да почему, наверное, так и есть. А вообще смотрим, смотрим, кто приземлится на тачку. Так, один летит у нас, второй летит и... Да, полет обещает быть долгим. Так, сможет, сможет, сможет. Промахнулся, промахнулся. Давай, малой, малой. На тачку. Четко, четко на тачку. Ну, малой, получается, 2 ляма получит у нас. А, вареник 500. 500 тысяч? Не 500 лямов. Было бы жирно, наверное, 500 лямов-то получить за промах. Отлично, будем наличными давать. Так, а малому здесь же все правильно. Да, один лямчик малому. А, перекидываем один лямчик малому, потом перекидываем варенику, значит, 250 косарей. Добавляем денежки и мы перекидываем 250 косарей варенечку. Так, автомобиль, а зачем мне автомобиль, если... Интересно, мне вот зачем мне автомобиль? Ладно, я скажу вам так, это было довольно-таки утомительно. Потому что около получаса мы гонялись, потом очень жестко начали поддаваться, то бишь ездить задом. Плюс мелкие конкурсы, туды-сюды. И на это, как оказалось, потребовалось много сил. А если ты хочешь посмотреть, как я давал челленджи игрокам, то тыкай на появившееся видео.